На плацу Мозырского погранотряда личный состав и образцы боевой техники. Сегодня для защитников государственной границы особый день. В самой молодой структуре Госпогранкомитета завершено формирование маневренной группы. Маневренная группа укомплектована на 100% личным составом. На вооружение поступили новейшие образцы вооружения военной специальной техники. Созданы комфортные условия для проживания. Личный состав маневренной группы проходит обучение по усовершенствованной программе боевой подготовки. Бойцы подразделения готовы к выполнению задач по предназначению, по усилению охраны государственной границы, а также являются надежным резервом начальника Мозырского пограничного отряда. Задача возрождения подразделений быстрого реагирования в пограничных группах и отрядах была поставлена президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2018 году. Этот мощный мобильный резерв способен оперативно прикрыть нужный участок границы при обострении обстановки. Мозырский погранотряд отвечает за неприступность рубежей на некогда спокойном участке белорусско-украинской границы протяженностью в 370 километров. Я сегодня ознакомился с готовностью вновь созданного, сформированного подразделения маневренной группы Мозырского пограничного отряда. Это боеготовое подразделение. Мы сегодня посмотрели, в каком состоянии это подразделение, где оно размещается. Хороший казарменный фонд, современное вооружение, современная техника, средства поражения. И самое главное, готовые к защите своей страны пограничники. И в каждом пограничном отряде, пограничной группе у нас будут имеется на вооружении вот эти пограничные маневренные группы, которые будут обладать более повышенными маневренными возможностями, более повышенными огневыми возможностями для решения внезапно возникающих задач по прикрытию тех или иных участков государственной границы, а также ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, уничтожению незаконных вооруженных формирований, то есть по более надежной защите наших рубежей. Участники митинга ознакомились со вновь сформированным подразделением, организацией боевой подготовки, оснащением, вооружением и боевой техникой, а также условиями жизни и быта военнослужащих. Основная боевая машина маневренной группы – современные «Волоты» производства Минского завода колесных тягачей. В случае обострения обстановки они могут оперативно выдвигаться на угрожающее направление и при необходимости наносить огневое поражение диверсантам и незаконным вооруженным формированиям, нарушившим границу. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».